укрыться. Острота ощущает во мне всемогущую надобность убийцы. Я ищу под хэштегом без шанса. По земле мегапайпер поем. Это шестой фестиваль «Авангард». «Авангард» через букву «Л», не, через букву «Н». Проводится он у нас регулярно, шестой год подряд, в разных местах. Впервые проводится здесь, в Белинского. Мы проводили весной, сейчас проводим осенью. Весной была конкурсная программа, а сейчас у нас конкурсная с финалом, с определением победителей. В этом году мы рады тому, что приехали, как всегда, это Ивано-Франковск, это Полтава, традиционная Луганская, Донецкая области, ну и, конечно же, Харьков. Победители будут выявлены завтра. Надеемся, что будет все-таки, как обычно, высокая поэзия. Итак, Элеонора Булгакова. Ах, мамочка, красавица-хохлушка, тебе, видать, сам Бог шепнул на ушко, чтоб ты, души и сердца не жалея, вдруг покахала бедного еврея. Ах, мамочка, зачем меня рожала? Я родилась, росла и расцветала, пора бы мне кого-нибудь родить, а за кого мне замуж выходить? Евреи в Хайфу все повыезжали, для них хохлушки деток нарожали. Меня хохол в Канаду не берет, его Авир, простите, не поймет. Ведь для хохла жидовка я, жидовка, а для еврея только полукровка. Так за кого же мне замуж выходить? С кем огород, простите, городить? Вот я и подумала, с кем можно городить огород в такой ситуации. Ах, Эльшка, двух наций полукровка, мне вас учить да право же неловко. Лишь посоветую, построить счастье надо здесь, на родной земле, а не в Канаде. Зачем ходить куда-то за сравнением? Пример ярчайший, ваше же рождение. Хохлушка-мамочка когда-то полюбила, не шанс ведь сдрыснуть, а Эммануила. Такой же хитро мудрой надо быть, чтоб этакий вот бред нагородить, потом страдать при всем честном народе вороной белой в еврейском огороде.